Сегодня в Забайкальском краевом суде состоялось второе заседание по апелляционным заявлениям бывшего заммэра Читы Анатолия Куликова против решения суда железнодорожного района. В своем слове на прениях сторон Куликов рассказал, что считает показания потерпевшего бизнесмена Шаликова запутанными и недостоверными. Наша честь на данный суд предъявлено мне обвинение, считаю надуманным и заказным. Лояльно и доказано за предварительным следствием, так и далее судебным заседанием. Однако государственный обвинитель, выступая также с апелляционной жалобой, просил суд ужесточить наказание Куликову до 10 лет лишения свободы, предпринимателю Михайлову до 7 лет с половиной, обоим отбывать наказание прокурор просил в исправительной колонии строгого режима. Клейнос до 3 лет и 10 месяцев условно. В своем последнем слове Анатолий Куликов, обращаясь к суду, отметил, что более 30 лет работал на руководящих должностях и никогда не пользовался своим служебным положением. Он просил суд апелляционной инстанции оценить его доводы и оправдать по всему объему обвинения. Любовь Клейнос просила суд не ужесточать ей наказание ввиду ее преклонного возраста и имеющихся заболеваний. Михаил Михайлов попросил проявить милосердие ко всем фигурантам уголовного дела, подчеркнув, что все они пенсионеры, а с момента инкриминируемых преступлений прошло более 10 лет. В итоге суд принял решение снизить наказание для Куликова на 3 месяца. Теперь он должен отсидеть 4 года 9 месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права занимать должности в государственных и муниципальных организациях и учреждениях на 3 года. Куликов также должен выплатить государству штраф в размере 2 400 000 рублей. Клейна снижено наказание на 10 месяцев. Окончательно ей назначено 3 года лишения свободы условно и штраф в размере 1 600 000 рублей. Артем Кондратьев, Евгений Погорелый, ЗАП ТВ.